Всем привет, меня зовут Рустам Галимов, и это обзор песочных пэдов. Итак, у нас сегодня представлены три пэда. Sandin Pad от компании Drumstars, Bagan Music от компании Bagan Music, и третий моя бабушка сплела. В общем, в чем плюсы и минусы? Зеленый Sandin Pad выглядит круто. Тяжелый, там, видимо, песок внутри. И благодаря своей массе, главное не ссы, он не юлозит, не скользит по поверхности. Второй пэд от компании Bagan Music. Выглядит немножко похуже, чем зеленый, вот, но тоже довольно-таки симпатичный. Набит не песком, не знаю чем, он легкий. И, ну, немножко юлозит. И третий пэд. Я взял песок в песочнице во дворе, насыпал в тряпку, прострочили на швейной машинке, и получилась вот такая подушка смерти. Все три пэда на 100% выполняют свою функцию, заниматься на них очень здорово и удобно. А плюсы и минусы. Sandin Pad. Плюс в том, что он красивый и не скользит по поверхности. Минус в том, что он тяжелый, его тяжеловато носить в рюкзаке. Bagan Music легко носить в рюкзаке, это плюс. Минус в том, что он легкий и он немножко юлозит по поверхности. Бабушкин пэд. Минус в том, что он страшный. Плюс в том, что он бесплатный. Всем пока. С вами был Рустам Галимов. Занимайтесь на песочных пэдах.